мой Нильсуня. Погиб, как подобает воину. И никто больше не скажет, что он был мне неверен. Держи. Чёртовы мюрдьяблер! Ничего себе их тут развелось! Но мы им задали жару! Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился бы ты сейчас только на приманку для трески. Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, и еще поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не до битв мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. Я ищу Керис. Породистая девушка. Сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Она говорила, куда собирается? Чужому бы я не сказал. Но мы же друг за друга головой рисковали. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Спасибо. Прощай. Но! Вперед, плотва! Шевелись, плотва. Свежие следы. Может, это Керис?
Керис. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч, где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чем здесь меч? Это Броквар, родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиги. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Этот поход кончился скверно? Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. Как ты думаешь, Удальрик убил Акки? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила. Но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Акки. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. И речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе.
Ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. И о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были? Знакомы. Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего, ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем больше жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов – это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов.
Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что Бодди опечален его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Акки упал в воду. Боги разгневаются. Я помогу тебе. И обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай ведьмака, Яру. Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Акки. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Акки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Акки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да. Родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Можем поговорить? Жаль, когда умирает такой человек, как Бран. Все говорят, что он был добрым королем. Потому что об умершем иначе говорить не годится. Значит, ты с этим не согласна? Бран всю жизнь провел в море, а в его отсутствие распри разъедали острова изнутри. И люди злились, что некому разрешать их споры. Но потом Бран возвращался с добычей, устраивал пиры, мед лился рекой, и люди снова его любили. Будь здорова. Растяпа! Жрицы на вас страшны. Интересно, ты крепкий, как выглядишь? Дорожный.
быть здесь. Дало это что-нибудь или нет? Пора возвращаться к удальнику. Никого столь смелого. Зачем? Зачем ты это сделал? Что происходит? Удальрик. Голоса велели ему выколоть тебе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акки, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил». Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени.
Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах. Иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызения совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Теоретически есть два способа. Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальрика. Это будет нелегкий бой. А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть... Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. А что другой способ? Хим демон, а их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями. И если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. Да что тебе до Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со Скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. И чтобы доказать тебе, что ты ошибаешься, я должен послушать тебя. Покуда я не Йеннифер, попасть под каблук ты не рискуешь. Ну и помни, если ничего не выйдет, сделаем по-твоему.
Ладно, договорились. Попробуем обмануть Хима. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Не стоит медлить. Ну что? Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Цири. Нет, это невозможно. Зараза. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Акки. Геральт! Ты придумала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Вон она! К старому дому бежит! Держи! Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком! Отдай мне ребенка! Клади его в печь! Давай же! Три! Ты с собой умри!
зачем? Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено? Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка, и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок цел и невредим, Хим исчез. Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Что происходит? У меня в голове вихрь, будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спике Роги? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Я думал, мы это уже обсудили. О, ну да. Бывай, попутного ветра. И тебе.
чистой силы. Ему с твоих оловянных шаров. Это же призрак, а не дьявол такой. Так что делать-то? Может, к друидам? Друиды не мастера с призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он-то может и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь?
Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал, будто звали его Ули-неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули-неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улле, высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улли не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улли. Чтобы ты во веки веков проигрывал, так и сказал. Вот с той поры Улли является на арене и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают. А он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Я бы мог попробовать прогнать этого призрака, но не за даром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Хочешь победить духа арены? Милости просим. Что это значит? И у тебя получится. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти «сгинь, призрак», «я одолею тебя, дух арены». Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угрозы, не пугаю тебя смертью? Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет.
Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. А далее и духа арены. Бери за оружие. Ну, берусь, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр. Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо! Да пребудут с тобой боги! Прощай, дух арены. Привет. Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания. Путник?